Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Владимир Рогов, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр защиты детей от интернет-угроз». Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, вот, Наталья. Насколько я понимаю, вы недавно начали заниматься подобной деятельностью. Откуда вообще взялась такая идея? Расскажите, пожалуйста. Ну, что меня вообще побудило, это сам масштаб опасности, который стал нести в себе интернет. И вовлеченность вообще школьников в эту сеть. Ну вот если, например, мы отмотаем там 5, 10, 15 лет назад, это было, ну как бы сказать... Ну, диковинка. Ну, новинка была, для школьников, это была полная новинка. То есть там, может быть, дети богатых родителей как-то вот этой сетью пользовались. И то ранее данная сеть, она больше была как вот действительно для обучения, для там развития, библиотеки, сайты библиотек, школ. То есть это все моменты дети просматривали, но сейчас вот эта проблема, она приобрела совсем другой масштаб. Ну вот, например, по данным исследования Министерства образования Российской Федерации, дети в этом году начали проводить в среднем 6 часов в день в интернете. Это среднестатистическая такая информация. Причем при всем при этом вот это время нахождения в сети увеличилось более чем в 2 раза за последние 4 года. Если брать детские интересы, то они тоже очень как бы неоднозначны вот сейчас, в данный момент. Например, вот сейчас более 80% детей пользуются социальными сетями. Это основной интерес школьников. Вот самое что парадоксальное, второй интерес школьников после социальных сетей – это порнография. Вот насколько это не было бы так больно и удивительно. Вот. Третьи интересы школьников – это жестокость, пропаганда оружия, суицида. Есть даже такое сейчас определение – виртуальная проституция. То есть множество таких интересов, которые очень неоднозначно. И только вот малая часть интересов, она благовидна. Вот. Ну, то, что касается социальных сетей, это, я считаю, один из самых опасных инструментов общения для детей. Вот. По последней статистике, то есть учитывая активность группировки ИГИЛ, там, сокращение правоохранительных органов, 80% вербовок детей производится через социальные сети. Есть такая еще статистика, что, например, более чем в 20 раз увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних, которые совершаются на сексуальной почве. Вот. Вторая проблема, которая меня очень сильно озадачила, это отсутствие механизмов эффективных вот в настоящий момент со стороны различных институтов общества, государства, которые действительно бы ограждали детей от опасности сети интернета и, вот, и от наиболее опасных инструментов общения. Еще раз вот остановлюсь на социальных сетях. Ранее было такое единое мнение у всех, что надо детей ограждать от социальных сетей. Сейчас это сделать нереально. То есть сейчас в молодежной среде это не модно. Если мы сейчас запретим любому школьнику тот же там ВКонтакт, Одноклассники, то его будут просто высмеивать в школе, и ребенок как бы вот будет психически страдать. И что вот делать? Что делать? Ну, у нас выработана определенная концепция, и она вот носит именно комплексный характер, который мы хотим предложить родителям, властям, педагогам. То есть, в принципе, сейчас вот что мы делаем? Сейчас мы пытаемся увеличить сознательность родителей в этом вопросе. Вот. Мы провели как бы вот ряд семинаров в школах, вот такие вот замечательные памятки начали распространять. Мы их сначала, то есть, очень долго разрабатывали, потом начали распространять среди родителей. То есть привлечение общественности. Второе, то, что мы к чему идем, это контроль социальных сетей, мессенджеров. Это, то есть, там ICQ, Viber, Skype, WhatsApp и вот таких вот инструментов опасного общения, чатов и онлайн-игр. То есть вот данное решение, которое, я надеюсь, вот в полной мере обезопасит детей. А вот в какие моменты, в каких ситуациях родителям нужно обратить особое внимание вот на то, чем занимаются дети, да, в интернете? Когда вот помощь уже требуется, как понять?
Вот, знаете, Наталья, вот есть такое определение воспитания вообще, воспитание детей. То есть мы как родители воспитываем, не приходи дорогу там, в неположенном месте, не общайся с незнакомыми людьми. Вот. А вот и сейчас очень такая вот, такой масштаб, особенно в развитых странах, то есть появился интернет-воспитание, так называемое интернет-воспитание. Это тоже комплекс мер, которые должны родители принимать в отношении, предпринимать в отношении своих детей. Как бы сам вот по себе интернет, вот он чем опасен? Это, во-первых, безграничностью информации, которая там находится. Информации там действительно очень много, и подавляющая часть этой информации, она опасна, либо нежелательна для детей. Мы, Наталья, провели исследование и установили очень интересный момент, что погодой интересуются в 3 раза реже, чем порнографией. Вот в Рязани порнографией интересовались более 500 000 раз. Вот, еще интересно, вот, интерес в отношении детей, которые происходят вообще в сети интернет. Словом, малолетка интересовались только в октябре этого года и только в одной из поисковых систем более 1 000 000 раз. А с уклоном на секс, на порнографию в более чем в 2 раза чаще. Потом, вот в чем опасность интернета, это в бесконтрольности данной сети, особенно чатов, онлайн-игр, систем обмена сообщениями и социальных сетей. Третий момент, вот я считаю, это самое такое важное и самое неприятное для детей, это анонимность интернета. Вот. Ну, что такое анонимность интернета? То есть, вот представьте, то есть мы даже взрослые иногда не понимаем вообще, с кем мы разговариваем, там, кто сидит по ту сторону монитора. Вот эти даже моменты мы, взрослые, не можем понять, а ребенок тем более. То есть в интернете можно любую страничку наполнить, любой фотографией, любым именем, фамилией, любыми анкетными данными. Ребенок, дети, они сами по себе наивные, восприимчивые и ранимые. То есть они эту информацию намного шире оценивают, чем мы, но попадают в неприятные ситуации наиболее чаще, чем взрослые. Вот представьте себе, вот вопрос тоже анонимности. Например, ребенок идет со школы, то есть, ну, сколько вот он встретит, идет со школы людей, ну, человек там, может, 20, 30, 50 людей, из них, из этой вот аудитории, он может, может быть, там, нарвется на 5 пьяниц, там, на 3 психически больных человека, там, то есть, там, еще какие-то, может быть, даже будут преступники, которые находятся в федеральном розыске, со всеми он встретится, ребенок, но это происходит на виду у всех, это происходит на улице, и, то есть, то, что обидеть ребенка на улице, это маловероятно. То, что происходит в сети, вот он дошел, ребенок, со школы домой, сел в социальную сеть, и он сразу предстает перед миллиардами пользователей. То есть ребенка может увидеть несколько миллиардов человек. При всем при этом ребенок находится как бы незащищенный, любой из этих пользователей может списаться о чем угодно и вовлечь ребенка в любые неприятные ситуации. Ну, вот вы очень хорошо объяснили, какие ситуации бывают, да, вообще в чем опасность. А как вот вы собираетесь бороться с тем, чтобы дети наши не были в опасности в интернете? Ну, еще раз подчеркну, это будет комплексный подход, привлечение внимания родителей, контроль социальных сетей, мессенджеров, чатов, онлайн-игр. Это основное, что у нас будет. Это инновационное решение. Значит, потом на нашей базе работают замечательные специалисты. Например, Марина Сергеевна Фошина, это ведущий психиатр, которая в любой момент готова родителей выслушать, детей выслушать, скорректировать. Там мы разберем интернет-ситуации, в которые дети попадают. То есть вот мы готовы на полный диалог с родителями. Причем эти приемы будут анонимны и бесплатны. Ну и, наверное, хотелось бы пожелать все-таки родителям, да, чтобы обращали внимание вообще, сколько ребенок проводит времени в интернете и чем он там занимается. Я бы больше сказал, должен быть больше контроль поведения. Вот что поведение на улице, что поведение в школе, а еще поведение в интернете, это тоже отдельный момент. И вот что плачевно, многие родители, большинство родителей не знают, с какими ситуациями сталкиваются дети. Вот, например, сейчас очень большое распространение получил так называемый кибербуллинг, это интернет-травля.
То есть то, что неадекватные пользователи интернета травят детей, то есть, ну, взрослые. И вот детям, самое интересное, в последнее время очень нравится друг друга травить, издеваться. Потом они начинают не успевать в школе, не высыпаться. Очень-очень много последствий. Вот, к сожалению, в рамках всего эфира я не могу рассказать обо всех проблемах, которые сталкиваются дети. Но самое главное все же еще проблему осознать и чтобы можно было с ней бороться. Спасибо вам, Владимир. Нашим телезрителям напомню, в нашем эфире сегодня был Владимир Рогов, руководитель автономной некоммерческой организации Центра защиты детей от интернет-угроз. Увидимся.